дома есть вот такие вот локаторы арматуры PS50 и следующая его генерация PS85. Данный прибор не выводит никаких отчетов, то есть вы по месту можете посмотреть и разметить арматуру, где она находится. Или же найти какие-либо элементы, там пластиковые трубы, электрические кабели, чисто вот под разметку. А сколько стоит такой прибор? Вот это будет стоить порядка 100 тысяч, вот этот стоит сейчас порядка, по-моему, 70-80 тысяч. Но это локально для определения какого-то вот именно контакта вредного, в данном случае там анкировки, да? Да, ну, допустим, если идет стандартная конструкция, то есть... Попробуем? Да, конечно. Стандартная железобетонная конструкция, то есть какой-нибудь дом, да? Ну, вот у нас... Вот арматура раз, вот арматура два, вот арматура три. Как называется этот прибор? Это сканер PS85. Угу.